Поломался принтер Эггиса. Так бывает, и, конечно же, нужно заказать новый. И здесь начинаются варианты. Можно заказать или точно такой же, который был установлен, или другую модель, с которой работает именно ваш Эггис. Модели, с которыми работает ваш Эггис, можно посмотреть в мануале. Для этого заходим во вкладку «Знак вопроса». Открывается у нас мануал. Задаем поиск «Принтер». Вашему Эггису подойдут только модели, которые указаны в «Printer Information». И вот оно чудо! Новый принтер доставлен и подключен. Но почему-то он не работает. Как же быть? Можно, конечно, пригласить технишена. Но можно, не дожидаясь его, все сделать самим. Для этого заходим во вкладку «Профиль», «Settings» и подтверждаем. В открывшемся меню заходим во вкладку «Service Mode» и «Service Login». В новом окне вводим пароль «Voyager 2». Вновь заходим в «Service Mode» – «Common Installation Settings». И вводим логин и пароль «Voyager 2». В базовых настройках открываем вторую сверху вкладку, и теперь вы можете увидеть все имеющиеся принтера. Выбираем необходимый принтер и нажимаем «Save». Теперь остается только лишь перезапустить Эггис и наслаждаться работой нового принтера. Не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментариях, знаете ли вы какие-нибудь полезные функции. Пользуйтесь, ведь работать должно быть комфортно.